Первая в Нижегородской области секция, профессиональная секция по скейтбордингу откроется этой осенью в Дзержинске в местном физкультурно-оздоровительном комплексе. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин во время объезда Дзержинска. Подрядчик успевает, работы ведутся по плану графику, никаких проблем здесь нет. Стройка значимая, это будет такая точка протяжения, как мы считаем, не только для этой локации, но и вообще, наверное, для города. Начиная с этого фонтана будет преображаться вся вот эта вот локация, соответственно, владельцы торговых комплексов различных здесь также будут потихонечку приводить свои территории, свои фасады, свои внешние виды в рамках общей, скажем так, концепции. Конечно, вы видите пустой ФОК, очень мало детей занимающихся, это все в соответствии с требованиями. Вот по мнению руководства, что можно без ущерба для безопасности, выполняя все нормы, конечно, значительно активизировать. Как сделать, чтобы максимально загрузить все существующие спортивные площадки, одновременно, конечно, соблюдая необходимость ограничительных требований.